коррупции, то у нас немножко больше пунктов получилось. Соответственно, технологические инновации идут отдельно, и отдельно идут социальные, экономические и юридические инновации. Начнем мы с технологических, а дальше продолжим по остальным категориям. А что касается технологических инноваций, очень важный момент, и для нас он самый важный. Данные, которые имеются в текущий момент, должны быть переведены в машиночитаемый формат, причем все данные, которые имеются у госорганов, потому что в этом случае будет очень оптимизирована система сбора и анализа этих данных, ну и, собственно, все современные технологии можно будет тогда применять такого рода данных. Пока они находятся не в машиночитаемом формате, естественно, все запомнено. Сквозное бюджетирование, опять же, с затратами, то, что у нас сейчас имеется разрозненность данных, и, соответственно, их надо свести в единую систему, и возможность должна быть отслеживать как планы, так и, соответственно, фактические затраты, особенно по каким-то крупным проектам, которые ведутся от лица государства и государственного финансирования. Далее очень важный момент – это открытый программный код и, собственно, нейросети, которые смогут обучаться на этом открытом программном коде. Если все текущее программное обеспечение, которое используется, будет переведено на программное обеспечение с открытым кодом, то, соответственно, первое, что мы получим возможность проверять то, что делает программа, то ли она делает. Второе, мы сможем нейросети тренировать на этих данных, ну и, соответственно, анализ, даже самый Big Data, они будут облегчены значительным образом для того, что у нас есть возможность работать с такого рода данными. Четвертое. Это сквозной учет, здесь уже говорили, стандартизированный учет, PEPSEC, то есть должностные лица, которые занимают какие-то должности, ну и, соответственно, их членов семьи и так далее. То есть когда у нас есть по целому государству единая база данных, опять же, стандартизированная, и с открытым, опять же, программным кодом, чтобы можно было все это делать алгоритмами, а не вручную. Далее идет раскрытие информации по госкомпаниям полное, с подведомственными, с дочерними компаниями. Тоже опять не делается. Если мы переводим все данные машиночитаемого формата, связываем их, то, соответственно, есть возможность проследить, что происходит по всем уровням государственных трат. И затем идет сквозной учет данных по госконтрактам, но опять же тоже сквозной, потому что нам надо отслеживать не только, соответственно, тех, кто непосредственно размещает заказы или выигрывает, но и, соответственно, тех, кто получает потом субконтракты и так далее. Ну, что, опять же, будет сказываться значительным образом на оптимизации трат, которые происходят. Плюс, соответственно, должна быть возможность сравнить с рыночной ценой, когда у нас есть какая-то средняя цена по договору. Что важно, то, что мы вообще хотим с точки зрения технологий, что все социальные институты, которые возможно заменить на технологии, были заменены на технологии. То есть, если можно заменить идентификацию через криптоключи, то, соответственно, стоит это делать. И, допустим, в той же самой, при голосовании можно тогда использовать криптоключи и понимать, что у нас процесс там голосования публичного, он как бы более прозрачный становится. Ну и связанные данные. Это про технологии, сейчас дальше про другие. У нас очень мало времени, потому что дальше мы не успеем. Но мы будем очень спешить, у нас еще целых три темы. Нет, друзья, давайте просто хотя бы нас не называйте, я понимаю, что это очень важно, но перечисляйте тогда просто и одно слово или два слова про тему. Хорошо, про социальную тему. Здесь мы предлагаем очень сильно следить за коррупцией, где с ней сталкиваются маленькие дети, то есть это детские сады и школы. Это, пожалуй, самое важное. И очень у нас продвигали тему премию за доносительство. Мы даже придумали лозунг «Не неси, доноси». Вторая часть – это экономическая. Здесь, на самом деле, не так это инновационно для России, но мы можем просто брать лучшие практики. Всем очень нравится все, что делают в Сингапуре. Соответственно, нужно и увеличить мотивацию чиновников, как денежную, так и не денежную, чтобы они очень хотели работать честно и долго. И последняя часть – это регуляторная. Здесь прозрачность персональных данных чиновников, и это, в общем, точно пересекается с тем, что Марина сейчас говорила. То есть это все можно делать на открытых ключах, и чтобы это все было доступно. И здесь мы еще придумали пожизненный запрет на госслужбу для коррупционеров и очень строгий механизм перехода из бизнеса на госслужбу и обратно. У нас есть еще очень много там вещей, которые мы, наверное, соберем сейчас в теги и тоже их выпишем. Спасибо. Спасибо. Есть ли приоритет? Марина, были ли приоритеты? Ну, с точки зрения
точки зрения технологии обозначила эта история про открытый программный код и связанные данные. С точки зрения социальной, это максимально стараться оградить детей и молодежь от коррупции. Спасибо, вы плодотворно прям очень поработали. Друзья, Дмитрий Иванович.